Найти в этом мире себя бывает очень непросто. Найти в нем того, кто полюбит тебя, еще сложнее. Но сколько непередаваемой радости и счастья ожидает нас с тем самым человеком, в сердце которого живет любовь. Она как вода, воздух, небо и земля. Эта любовь творит свой особый мир, найти который мы так мечтаем. Писатели обычно говорят, что такие поиски стоят всего, что случается на пути. Каждая встреча приближает нас друг к другу, а потраченное время учит ценить в будущем каждое мгновение. Только представь, что кто-то ищет тебя прямо сейчас, ищет ту любовь, которая живет в твоем сердце. Каждое мгновение в мире происходят те самые встречи, которых люди так сильно ждут. Мир такой, каким мы хотим его видеть. Так давай видеть его полным любви, самой чистой радости и счастья.